Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Перешли в режим обсерватора. В Самарском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. В доме на Галактионовской демонтируют остатки стены. Скоро снимут оцепление улицы. 14 спектаклей в исполнении актеров со всей России. В столице региона открылся фестиваль «Волжские театральные сезоны». Многоквартирные дома в Самаре подготовили к запуску тепла на 100%. Уже сейчас началось их подключение. Чтобы в квартирах стало теплее, необходимо подать заявку ресурсникам. Подробнее расскажет Анатолий Головко. Управляющие компании и энергетики не ждут холодов и уже сейчас начинают давать тепло в квартиры самарцев. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Приоритет отдают тем домам, которые находятся рядом с социальными учреждениями. В первую очередь включайте дома, где находятся социальные объекты, либо библиотека, либо поликлиника, встроенная-пристроенная, да, есть такие. Либо там сидит детский садик какой-нибудь. Точечно начинаем включать эти объекты. Дом включаем, и включается там поликлиника. По словам энергетиков, такой подход значительно упрощает процедуру подачи тепла. Это удобно тем, что котельня уже находится в работе, и данные дома, находящиеся на одной ветке с соцучреждением, запустить легче и быстрее происходит пуск тепла в жилые дома. Также Владимир Василенко сосредоточил внимание коллег на соблюдении масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Пассажиров, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты, не пускают в общественный транспорт. Первый вице-мэр поручил активизировать работу по проверке соблюдения масочного режима. Жесткий вариант. Останавливайте транспорт в масках, если одета, остановился на полпути. У всех есть в кармане маски. Это касается всех. Подъезды обрабатываем. Общественные территории обрабатываем, транспорт обрабатываем. Напомним, в Самаре продолжают действовать ограничения в связи с пандемией. Соблюдение масочного режима в общественных местах обязательно. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События. Как стало известно, к вечеру вторника в Самаре подключили к теплоснабжению 620 объектов социальной сферы. Среди них 202 учреждения здравоохранения, в том числе в 78 зданиях с постоянным пребыванием людей. Теплом обеспечены уже 174 школы и 219 детских садов. Все ресурсоснабжающие организации готовы к подаче отопления в квартиры. Тепло подключено ко всем объектам с круглосуточным пребыванием людей. Началась подача ресурсов в жилые дома. На 29 сентября отапливаются уже 472 дома. Напомню, в этом году запуск начали, не дожидаясь рекомендованных погодных условий. Всего в Самаре этой зимой необходимо обогреть 10250 многоквартирных домов. У нас с 5 официально октября стартует отопительный сезон. Еще раз, это не константа. Мы включаем по заявкам УК и потребителей до этого срока можем включать отопление, если есть обращение официально. В Самарском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса. Как уточнили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики, инфекцию обнаружили у 72 из 234 постояльцев. До 2 октября учреждение перевели в режим обсерватора. Проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия. У сотрудников геронтологического центра COVID-19 не выявили. Всего за прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала наблюдения – 11662. Ситуацию с заболеваемостью обсудили на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Все подробности в сюжете. Повсеместное тестирование на COVID-19 позволяет выявить заболевших на ранней стадии, а значит ограничить распространение инфекции. В связи с этим на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса решили увеличить показатели до 150-160 тестов на 100 тысяч населения. Будет рассмотрена возможность организации регулярного тестирования сотрудников крупных предприятий, работников социальной сферы. В целом по области темп прироста заболеваемости соответствует третьему этапу снятия ограничений. В то же время специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. При этом отмечается, что среди заболевших больше всего представителей старшего поколения. В связи с этим региональный штаб принял решение рекомендовать перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте 60+. Крайне важно сейчас удержать
хотя бы на том уровне, который имеем сейчас. Это общая работа для всех, работа всех муниципальных образований, ужесточение и контроль за масочным режимом, за дистанцией, возможно, действительно, перевод на дистантные режимы работы и особое внимание лицам плюс 65. В регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. Виктор Кудряшов призвал нарастить темпы. Сейчас израсходовано около 80% вакцин из первой партии. Привито более 15% населения. Необходимо и усилить контроль за соблюдением масочного режима. Особенно в общественном транспорте, которым активно пользуются люди преклонного возраста, входящие в группу повышенного риска. Важен еще эффект сарафанного радио. Вот мы и говорим про то, что надо соблюдать масочный режим в транспорте. Коллеги, а сколько мы оштрафовали людей за несоблюдение масочного режима? Нужно выписывать эти протоколы просто в сплошном порядке. У нас есть договоренность с мировыми судьями о том, что будет особый ускоренный порядок рассмотрения таких дел и вынесения штрафов. Участники заседания штаба уделили особое внимание вопросу обеспеченности торговых и аптечных сетей масками и лекарственными препаратами для лечения гриппа и ОРВИ. Виктория Шаре, события. Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ по решению руководства образовательной организации на карантин закрыта одна из самарских школ. В этот период дети будут проходить обучение дистанционно. Об этом заявил министр образования региона Виктор Акопьян. Как только эпидобстановка стабилизируется, уроки будут проходить в очном режиме. Планов переводить всех учащихся на дистанционное обучение нет. Сейчас в Самарской области на карантин отправлены ученики 169 классов в 57 школах, студенты 16 групп в 4 техникумах, а также дети из 17 групп в детсадах. Во всех учреждениях образования соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Количество проверок масочного режима в общественном транспорте увеличит втрое. Продолжается в городе и тотальная дезинфекция. По поручению главы города Елены Лапушкиной ежедневно обрабатывают салоны муниципальных и коммерческих автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. С подробностями Елена Малютина. Сначала приходит бригада, дезинфицирует, потом мы заходим, растираем. В сложный эпидемиологический период в салоне маршрутного такси места вирусам и бактериям нет. Иначе и не может быть. Уборка транспорта проводится ежедневно с 4:30 и до 7:30 утра. Специальные мобильные бригады распыляют хлор, содержащий состав, рекомендованный Роспотребнадзором, а потом протирают поручни, сиденья, двери, все поверхности, к которым может прикоснуться человек. Ежедневно санобработку проходит более 1400 единиц подвижного состава, из них около 600 маршруток. Профилактические меры проводятся комплексно. Водители снабжены средствами защиты и регулярно напоминают пассажирам о мерах безопасности. А те, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. Меры ужесточили с прошлой недели по решению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Не лишними они будут и в качестве профилактики сезонных ОРВИ и гриппа. Водители все соблюдают масочный режим. Сотрудниками контрольно-ревизионной службы контролируется наличие маски у водителя и то, как водители требуют с пассажиров наличие масок, соответственно, на пассажирах. Периодически возникают конфликты с пассажирами. Но большинство пассажиров нормально реагируют на замечания водителя и используют маски. Все компании-перевозчики в Самаре, их 6, обязаны регулярно дезинфицировать транспорт и инструктировать персонал, выходящий на линии, нацеливая его на соблюдение всех действующих ограничений и профилактических мер. Только эта организация обслуживает порядка полутора десятков маршрутов, задействует почти 400 автобусов. Пассажиры все с пониманием относятся к этому. Но некоторые единицы бывают, которые без масок. Напоминаем, люди без вопросов одевают. Все понимают. Мы ее меняем каждый час. В принципе, уже привыкли. Ежедневно сотрудники предприятия и руководство профильного департамента проверяют соблюдение масочного режима и напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. Напомним, по поручению главы Самары Елены Лапушкиной контроль во всех видах общественного транспорта ужесточен, а для участия в рейдах количество бригад увеличено втрое. Это позволяет проконтролировать больше транспорта как в утренний час пик, так и в вечерний, в том числе и днем. Во время этого рейда
все пассажиры оказались сознательными, и ни одного не пришлось высаживать из маршрутного такси. Татьяна Тонконогова в общественных местах всегда надевает маску себе и ребенку, в том числе и в маршрутном такси. Говорит, заметила, что сейчас большинство в масках, но попадала в ситуации, когда кто-то отказывался надевать средства защиты, и автобус стоял на остановке. Конечно, неприятно, но я же не могу ничего сделать. Хочется попросить, оденьте, пожалуйста, маску, не задерживайте людей. Холодное отношение к себе, к своему здоровью. Они сами решают, как бы надевать маски или нет, обезопасить таким образом себя или нет. Я сразу изначально в маске ехала, я за собой как бы слежу, надеваю масочный режим, за свое здоровье сама отвечаю. В сентябре только из наземного общественного транспорта высадили более 300 человек, отказавшихся надевать средства защиты. В метрополитене с начала месяца не допущено к поездкам более 1000 человек. Мы останавливаем автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутные такси, проверяем, чтобы все пассажиры выполняли установленные требования. Требования масочного режима и социальной дистанции у нас также никто не отменял. Если вы стоите на остановке и к вам подошел автобус, и вы понимаете, что зайдя в него, вы не можете соблюдать социальную дистанцию, а вы ее соблюдать обязаны, вы, пожалуйста, дождитесь следующего автобуса или следующего трамвая. В метро у нас ситуация чуть попроще, там все-таки у нас есть турникеты, и поэтому люди без масок просто не допускаются у нас в подземку. Это примерно 300 человек в неделю. Проверки масочного режима будут продолжаться, пока действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Самарцев просят пользоваться транспортными и банковскими картами для оплаты проезда и по возможности минимизировать количество поездок в общественном транспорте. В Самаре сотрудники транспортной сферы, чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, делают прививки прямо на базе своих предприятий. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. Подрядчики демонтируют стену в доме на Коллекционовской, где в начале сентября произошло частичное обрушение. Об этом рассказали в городской администрации. Ранее очевидцы сообщили в соцсетях о том, что стена снова сыпется, но это не так. Ситуация под контролем, на месте работают специалисты. После того, как проведут демонтаж, здание законсервируют, а на улице Коллекционовской частично снимут оцепление. Строители проверят фундамент и подвальные помещения разрушенного дома до середины октября. С 1 октября в России по некоторым вкладам увеличится страховка. Со следующего года вырастут пособия на детей от 3 до 7 лет. А курсы валют снова бьют рекорды. Об этом расскажет моя коллега Светлана Кудрявцева в рубрике «Новости экономики». Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Со следующего года в России увеличат пособие на детей от 3 до 7 лет. Повышение затронет малоимущие семьи, рассказали в Министерстве труда. Размер ежемесячной выплаты доведут до регионального прожиточного минимума на ребенка. Такой шаг потребует дополнительно 95 миллиардов рублей. С начала года на пособие из разных бюджетов уже выделили около 170 миллиардов рублей. В стране выплату получают родители более 3,5 миллионов детей. Страховка по некоторым вкладам в России увеличится до 10 миллионов рублей. Соответствующий закон вступит в силу с 1 октября. Например, при получении гражданами наследства, при продаже квартиры, дома, земельного участка, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию, вкладчики смогут получить максимально не 1 миллион 400 тысяч, как раньше, а до 10 миллионов. Кроме того, получить повышенную страховку можно будет при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для предпринимателей-пенсионеров и предпенсионеров, а также избавить их от уплаты страховых взносов за себя. Помимо этого, предлагается субсидировать ставку по кредитам на открытие собственного дела до 4% в ведущих банках страны. По мнению инициаторов идеи, эти меры снимут нагрузку с пенсионного фонда и будут способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных граждан серебряного возраста. Центробанк на 30 сентября установил следующие курсы валют. Доллар – 79 рублей 68 копеек. Он прибавил 1 рубль 1 копейку. Евро – 93 рубля и 2 копейки. Европейская валюта подорожала на 1 рубль 54 копейки. Так высоко курс евро не поднимался с 2016 года. Накануне валюты уже били 4-летние рекорды по отношению к рублю. По словам экономистов, давление на рубль оказывают в первую очередь геополитические факторы. В Кремле заявили, что национальная валюта восстановит утерянные позиции. Но в какие сроки – не уточнили. Черное золото немного подешевело на 15 часов 29 сентября. За баррель нефти марки Brent дают $42.19.
На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Самарцам начали поступать налоговые уведомления для уплаты земельного, транспортного или имущественного налогов. Рассчитаться с государством необходимо до 1 декабря. Почему это важно для каждого района и города в целом, разбиралась мэрия Ялчан. Самарцам нужно заплатить налоги до 1 декабря. Рассылка электронных уведомлений уже началась. Получить их и оплатить довольно просто – через личный кабинет на сайте. Для доступа к сервису налогоплательщик с паспорта может лично обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля. Это удобно для горожан в период пандемии, ведь для получения услуг не обязательно ходить в инспекцию. Все доступно онлайн. Конечно, онлайн-сервис это намного упрощает работу налоговых органов. Нету очередей и как-то более лучше взаимодействие онлайн. Это происходит намного быстрее. Если у вас есть автомобиль, вы собственник квартиры, комнаты или гаража, тогда вам в обязательном порядке необходимо до начала зимы оплатить соответствующий налог. Имущественные и земельные налоги пойдут в городской бюджет. На эти деньги традиционно ремонтируют внутриквартальные дороги и обновляют дворы. Поэтому власти районов Самары сейчас активно разъясняют населению важность своевременной уплаты налогов. Проектом комфортной городской среды, проекту содействия, твой конструктор двора. Все то, что сегодня радует жителей и то, что действительно люди и ждут в следующий год, зависит сегодня от своевременности, оперативности уплаты налогов. Только за этот год в Ленинском районе Самары благоустроили 17 дворов. Произошло это в том числе и благодаря добросовестным налогоплательщикам. Например, преобразился двор по улице Ульяновская, 99. Здесь появились новые скамейки, игровые комплексы, урны, детские горки, качели, газонные ограждения. Полностью заменили асфальт. Мария Ильчан, Николай Сидоров. События. В Самаре подводят итоги сезона дорожных работ. В этом году в городе 34 километра улиц отремонтировали большими картами. На нескольких дорогах завершается комплексный ремонт. Все работы выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас уже начинают составлять список улиц, которые будут отремонтированы в следующем году. Подробнее расскажет Андрей Грагуленко. Перекресток Мичурина-Масленникова – первый в Самаре, где пешеходы официально могут перейти дорогу по диагонали. Здесь для них даже нанесли специальную разметку. Это нововведение, сокращающее время в пути, появилось в сентябре этого года после капитального ремонта улицы Мичурина по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между проспектом Масленникова и улицей Чкалова заменили 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, уложили 10 тысяч квадратных метров плитки на тротуарах, сделали новые парковочные карманы, привели в порядок колодцы и бордюры, оформили газоны. Для маломобильных граждан устроили пандусы, а также уложили тактильную плитку. Для удобства перехода проезжей части появились островки безопасности. Схема организации дорожного движения выполнена в соответствии с утвержденной ГИБДД схемой. И светофоры, знаки, ограждения пешеходные. На данный момент осталось буквально там несколько знаков поставить и пешеходное ограждение установить, там не более 100 метров погонных. В этом году по нацпроекту в Самаре большими картами отремонтировали 45 объектов общей протяженностью 34 километра. Причем на части из них, кроме непосредственно автодороги, привели в порядок и тротуары, и бортовой камень, и съезды. Что касается комплексного ремонта, кроме улицы Мичурина, завершают работу на улицах Победы и Старозагора. По двухлетним контрактам в 2020 году начали ремонт на Ленинской и Арцебушевской. На них подрядчики идут с опережением графика. Так уже выполняют объемы следующего года на Арцебушевской. Изначально планировалось, что сделают лишь межрельсовое покрытие. Но сейчас рабочие приводят в порядок участок улицы от переулка Тургенева до Льва Толстого. Уже уложили верхний слой асфальта на дороге, сейчас укладывают плитку на тротуарах, делают въезды во дворы. Идти с опережением графика позволили и торги, которые по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провели в прошлом году заблаговременно. Главой города Елены Лапушкиной перед профильным департаментом была поставлена соответствующая задача. Это дало возможность начать работы не в мае, не в июне, а начать работы в апреле. Поэтому мы говорим опережающими темпами. А это вообще нормальная должна быть практика отторговать. Вот мы сейчас ставим себе задачу отторговать общественное пространство, уличную дорожную сеть в этом году на 2021 год. Плюсом, чтобы начать работы, как только погодный фактор позволяет, в апреле и пойти ремонтировать.
Список дорог, которые будут приводить в порядок в следующем году, сейчас почти сформирован. В первую очередь обращают внимание на те улицы, ремонтировать которые просят жители, и на те, где высокая аварийность. Так, в этом году в городе уже ликвидировали 38 очагов аварийности. Также планы составляют совместно с ресурсниками, чтобы выполнять ремонт там, где перекладка труб в ближайшее время не требуется. Планируется охватить ремонтом и те территории, где ведется комплексное благоустройство. Например, возле будущего филиала Третьяковской галереи. Проспект Масленникова также преобразится. Работа намерена начать в 2021 году. В дальнейшей перспективе будет реконструирована улица 22-го партсъезда от улицы Солнечной. В этом году уровень дорог, которые приведены в нормативное состояние, повысился до 55%. По показателям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в городе должно быть 80% дорог в нормативном состоянии. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. В Самаре распределили малышей в детские сады. Учреждение выбрали для 2500 детей. Процедура прошла в автоматическом режиме. В специальную базу загрузили все заявки родителей, которые подали документы в МФЦ. Семьи, для которых выбрали детские сады, получат приглашение в дошкольные учреждения, чтобы оформить малышей. При этом около 1000 мест в садах остались свободными. В основном они располагаются в отдаленных районах Самары, которые не так востребованы. Следующее автоматизированное распределение детей состоится в октябре. Комплектация будет преимущественно в ясельной группе, которая откроется в детских садах после завершения ремонта. Количество мест определят заведующие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. У нас очень много детских садов, несколько десятков учреждений в них проходят ремонтные работы. Единственное, только есть место, где можно создать и 20 ясельных мест, где-то есть возможность создать всего лишь 15 или 10 ясельных мест. Но мы стремимся к тому, чтобы показатели, которые стоят перед нами по национальному проекту демографии, были все же выполнены в 2020 году. Все детские сады очень рады и ждут этого события, потому что наша работа и заключается в том, чтобы работать с детьми, реализовывать образовательную программу. И мы все очень ждем наших воспитанников и приглашаем всех в наши детские сады. В Самаре стартовал 5-й всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». В этом году в нем принимают участие театральные коллективы из 10 регионов. Открыл конкурсную программу самарский спектакль «Три маски короля». С подробностями Гульфия Сафина. Король и королева, советник и подданные. Все в королевстве носят маски. Показать истинное лицо никто не вправе. Но все меняется, когда правитель неожиданно в саду встречает загадочную девушку Эмму, не скрывающую себя настоящую. Мировая премьера самарского балета «Три маски короля» второй год собирает полные залы зрителей. Балет вообще, на мой взгляд, очень символичный, потому что сегодня все мы в масках. А балет о том, что скрывает за собой маска. И как тяжело человеку, если он привыкает к этой маске и не в состоянии выйти за тот образ, в котором он привык находиться. И что с ним бывает, когда этот образ теряется. Популярным балетом о фальши и искренности открылся в Самаре 5-й всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». В этот раз получилось... География фестиваля от Иркутска до Брянска, плюс Центральная Россия, плюс две столицы. То есть это огромный театральный форум в масштабах театральной карты Российской Федерации, который за время его существования имеет уже очень серьезную репутацию. Театральные коллективы представят 14 постановок разных жанров, от кукольных спектаклей до опер. Победители определят ведущие театральные критики страны. Во всяком случае, я вижу в каждой программе «Волжских сезонов» эту заботу. Театр должен заботиться, он должен заботиться о человеке, и таким образом он заботится о зрителе, который приходит в театр одним, а в идеальном случае уходит другим. Это очень важно. Я поэтому говорю, что работа в жюри интересна. Ты наблюдаешь, во-первых, как эти две стороны сходятся и расходятся, как они конфликтуют между собой. И я вижу зрительские предпочтения. Увлекательно, в каких-то моментах охота, то есть чуть ли не кричать, в каких-то моментах охота даже расплакаться. Где-то есть такие моменты, где охота посмеяться, эмоции, чувства, все это переливается и даже не объяснить. Очень нравится, молодцы, что проводят такие фестивали, они нужны. Особенно для молодежи.
За неделю жюри выберет лучший спектакль и определит лучших актеров. Закроется фестиваль 5 октября. Кульфия Сафина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самара ГИС» и в соцсетях. Всего вам доброго и до встречи.